Всем привет! Блин, к вечеру у меня вот такое классное настроение. Хотя сегодня я проснулась в чистом аду. У меня начался аркан влюбленный, месяц влюбленных. И это одна из самых сложных трансформаций, которую я когда-нибудь испытывала, вот даже в моменте. Сегодня утром я еле встала просто, даже маленько парализовала как вот тело, сознание, все. Это вот такая пластинка негатива какая-то, которую даже не думаешь ты, у тебя даже нет сил думать ни негатив, ни позитив. Как-то собралась, потом с силами походила, Давид уснул, и я пошла в процесс. Это был процесс, в котором я видела такие объемы перевернутой любви, в которой есть ненависть, проклятие и что-то такое, понимаете, вот объем этого. Хранилище, в которое мы все подключены, которое мы проживаем теми или теми программками, там, семейными, может, мужем и женой. У меня вот это все женско-мужское было, заход с этого, но там потом глобальнее я видела. Глобально. А сначала начинается с себя. Иногда мы местами чувствуем себя любовь, но мы ее чувствуем тоже там через эго, через что-то, через сравнение еще, через того, что там я молодец, там что-то сделал, через какие-то вот удовольствия еще. Мы можем, нам что-то надо. Но на самом деле истинная любовь к себе, она соединена с любовью в целом, с Богом, понимаете? Она постоянно течет, она постоянно живет. Больше ничего нет. Есть чистая проекция любви. Из нее рождаются желания. Иногда даже, наверное, сложно представить, какие, потому что мы не пребываем на этом уровне. И я в трансформации, которая сегодня прошла, понимаю, что я тоже не побывала на этом уровне, про который я говорю. Вот чикс, тебя вот каплю прыснули, ты опа! Понял, секунда, тело там запомнило, все запомнило, но ты не проживал в этом состоянии, не жил, не общался так долго там с людьми, действовал оттуда, думал оттуда. Такого не было, вот это что это, ты так год ходишь там, ты постоянный уже такой человек. Были моменты. Сейчас, после этой трансформации, которая сегодня утром была, мне показалось, что я, ну просто так лопаткой чуть-чуть что-то всковырнула, и то мне насколько стало легче. И вот те вещи, которые я недавно написала в сторис про вот эту какую-то, как мои заговоры из потока на самом деле. Я-то, когда их писала, думаю, то есть со стороны даже вижу. Вижу всю вот эту вот этот поток трансформационный, что будет туда-сюда. Это как пророчество самой себе. Но в то же время я тут же понимала, что ну все, мне хана просто. Вот реально я пишу и думаю, это, чтобы вот, это нужно такое. Ну, это такое начнется, это чистка, это сразу понятно, что тут будет. Туда просто так не войдешь, ну, невозможно войти. Кто бы что ни говорил, можно со стороны, можно еще как-то, нет. Может быть, потом, когда ты проходишь такие трансформации, когда они становятся посвящением, они действительно, ты какой-то перевешиваешь, ты что-то становишься, ты можешь уже действовать по-другому. Но пока у меня так, и я знаю, что это верно. Главное не притворяться, что ты где-то в другом месте. Никогда не притворяться. Иногда можно играть там в мире людей в разные вещи, но не притворяться вот движению этому самому. Сразу застрянешь нафиг, и еще потом будешь разгребать вот эту вот стену притворства. Так, уже поле заряжено довольно-таки сильно. Точка моя определена, вот она. Прикольно. А вот он наш любимый аркан влюбленный. Аркан, даже так можно помнять, про выбор, понимаете? Тут как бы и добро со злом, и вроде бы и выбор мужчины и женщины, как пары, какой-то первичной пары, Адам и Ева. Ангел, который благословляет их, солнце. Тут много, конечно, всего.
смыслов. Здесь как бы присутствует еще и возможность соединиться и возможность разъединиться. Вот для меня всегда вот в этой карте. Почему? Потому что есть выбор. Хотите вместе, хотите нет. Вот так. Например, аркан влюбленные на колоде египетское таро, вот какое-то у меня есть, смотрите, совершенно другой. Здесь есть еще выбор, здесь выбор уже совершен, мы видим. Такой вариант влюбленных. Здесь для меня вот эта вот встреча, наверное, родственных душ. Узнают они друг друга или нет? Вот что-то такое. Любовь там пары своей. Ну, не, может, не единственную на Земле, но именно когда нужно проиграть эту ситуацию осознания любви. Может, один раз в жизни, кому-то больше. Вот эта встреча как раз, и выбор, выбираешь меня или нет, а ты меня, все такое. А еще интересный, ну-ка, аркан влюбленный, какой у нас, а, вот в это, Воша, вообще прикольный. Здесь называется карта любовники. И вот мужчина и женщина, такое сердце тоже внутри, видите, целуются, розы. А там вот это вот все уже вот космическое, да, соединение возможное, что вот даже вот, вот тантра, вот здесь карта тантры такой, и любовники, там все, да, там соединение физическое, и сердечное, и духовное. В этой карте показаны все возможности. Возможности из любви мужско-женской, вот этой вот, соединение на всех уровнях, на всех чакрах. А вот это в новой колоде карта у меня, смотрите, любовь вот такая. И тут несколько символик. Тут с карты солнца, ну вот как луна, да, луна, солнце, вот эти два. Солнце, вот выход, они тоже вот как лев и девочка. Сила, да, как карта сила. Вот сила для меня тоже очень... аркан, который перекликается с любовью, потому что только сила любви, какой-то такой вот искренности и открытости способна приручить льва, чтобы лев подчинялся человеку. Поэтому вот это вот различие. И у каждого есть внутри этот лев, и когда заходит твой вот этот любимый человек, он может успокоить твоего льва, а ты его. И вы такие как бы друг друга успокаиваете в какой-то момент своей любовью. А почему успокаиваете? Потому что принимаете. Потому что успокаивает только принятие. Все остальное раздражает. Все остальное не любовь. Да? Хотя там тоже есть варианты при нашем развитии, при движении, и энергии разные. Но это так вот в идеале. Иногда мы даже когда... не можем осознать, что человек нас на самом деле принимает больше, даже если он ругает. А в Монаре, вот, все весело. Избитая женщина, никуда не может уйти, руки связаны, ноги вроде могут ходить, но тоже не факт, никто не знает, что там. Мужичок, который рисует, говорит: посиди, дорогая, еще чуть-чуть, посиди. Я сейчас все нарисую, тебя, меня, там еще чего-то. В общем, ты посиди, подожди чего-то, понимаешь? И это, конечно, здесь как бы сексизмом отдает. Если наоборот, то тоже можно поставить. Здесь сам смысл, ну, женщину выбрали, ну, просто, наверное, чаще бывает так, что... Хотя, какой там чаще? Женщина тоже еще нормально. Надо было вторую карту так сделать. Мужчина женщину рисует так, как он хочет ее видеть по жизни, какая она должна быть, что да как. Все вот эти проекции собрал и ходит с этим фильтром. Подходит, не подходит. Блин, вот это чуть-чуть подходит, а вот это нету. Ну и, короче, понеслась. Ну, прикольно тоже, так иногда немножко надо, но когда этих проекций слишком много, каких-то таких железобетоненьких часто, то... Вот он, живой человек, он уже не выдерживает, а меня интересует вот эта вот плоская картинка, которую я ношу у себя в кармане и пополняю еще, может быть. А у женщин бы подошла такая карта, как она лепит мужичка. У женщин же по-другому, они же лепят вот эту вот ассоциацию. Взяли такие, говорят: все нормально, все окей, меня все устраивает, ты идеальный, ты просто лучший. А потом, ну, немножечко вот здесь...
А немножечко вот здесь подкрутим, и здесь тоже так, тут тихим сапом. Как-то так. В общем, манара. Так, хочу сделать медитацию, даже вот побаиваюсь. Беру классику, вставляю на «Я» и сижу какое-то время. Еще сеттинг поудобнее. Какая-то вот у меня суета. А, побаиваюсь маленько что-то входить. Какой-то, не то, что какой-то чик-чик с откладывания какое-то пошло. Откладывание. Угу. Так, а чего он это откладывание-то? Заодно и посмотрим, что будет вылазить у меня на аркан. Чем откладывание, откладывание. Немножко чик. Такой страх странноватый, знаете. Странноватый тем, что он неявный. В принципе, можно назвать страхом. Это такая сверхчувствительная штучка. Как мышонок какой-то пробежал какой-то. Причем этот мышонок есть тот самый персонаж, которому нужно войти в аркан. Знаете, что там? Разочарование на самом деле, представьте. Разочарование. Любовное разочарование, конечно, накопительная штука, даже не видишь. Вот я сейчас влюбленный подключаю энергию и уже, опа, а может не надо, как спрашивается. И я как-то раз и заблокировалась немного, чтобы войти в поток посильнее. Ну, сейчас разблокируемся, мне просто интересно стало посмотреть, вот прямо она такое, пинс, легкое, главное, такое, не жесткое, объем принятия присутствует. Но что-то такое. Что еще там есть? Влюбленный. А вот что я показывал. Император. Верование. Мужчина. Смотрите. Тут разрыва. Какая удивительная вещь. Я женщина, и во мне есть запись разочарования в мужчинах. Ребят, я просто работаю с этой программой уже не знаю сколько. Там я и мужские еще стыкую, как бы, как мужчины разочарованы женщинами. Сегодня я, в принципе, и вот как раз и под ней была. Понятно, у меня выход всех этих тем идет через женщину. Я как бы впускаюсь в программу туда-сюда, женскую эту часть. Но всегда, когда я ее вижу глобально, какую-то вот такую проблему, если это с мужчинами связано, то значит я вижу и ту сторону, и ихнюю боль. И они начинают вот так цепляться, это, конечно. И когда удается внутри даже, это, я считаю, это демо-версия, вот эта вся работа, вот такой вот версии прочувствовать, прожить, как освобождается от боли мужская твоя часть. И вот это же генетическая часть. Тебе же мужчины, которые жили, твой отец тоже, который испытывал боль в отношениях с твоей матерью, например, свою мужскую, со своей матерью еще. Блин, у меня был один такой мощный, когда вот это вот убрала, помню, вот эту боль мужскую, прямо тоже позволила ей высказать вот эту ненависть к женщинам, вот это негодование, вот это порабощение, потому что оно идет уже через мать, вот эту вот власть этой женщины, этот страх перед ней, да. Я вот через себя прогоняла вот такую вот мужскую часть. И когда это вот высказалось, когда вот это потом вот сердце мужское открывается внутри, вот это сознание мужской энергии с открытым сердцем. Это же так красиво. Это такая красота. Я там сидела, ревела. Потому что красота мужского очищенного красивого сердца, это не такое, как у женщины. Другое. Оно такое, вот оно императорское тоже. Оно такое обволакивающее, это же женщина, я сразу ощущаю такую уверенность какая-то, это защита, защита вот в этой доброте сердечной. Ничего не боится, и этого человека ничего не боятся, это такое что-то, медведь, огромное что-то такое. Такая защита, это что-то, такая какая-то красота, это энергия. Так, попробую сейчас еще глубже, прямо чистить. Канал покажите.